Они уже приехали, вот. Подержай. Я вот стою, держу. Не знаю, она меня или я ее. Соответственно, ждем дальнейших указаний, что нам скажут. Но вроде получилось неплохо. Конфеты не таяли. Мы их специально морозили, пока они ехали. Это подарок невесте или? Я думаю, что да. Ну, мы сейчас поторгуемся, там будет видно, мы с собой это заберем или подарим. Все будет зависеть от дальнейших, скажем так, решений другой стороны, прекрасного выбора нашей стороны, то есть нашего брата Далхата, который, соответственно, принял такое ответственное решение соединиться с прекрасной половиной человечества и образовать новую социальную ячейку, которая, даст Аллах, будет радовать нас всех. Их дети будут нас радовать. И вот я думаю, что в следующий раз, если Всевышний даст, мы соберемся снова таким же составом, а уже отмечать рождение первенца. Соответственно, в целом, я думаю, все, что можно сказать, дальше будет по ходу мероприятия видно. Это в ресторане. Вообще, много метров. И в этот раз он нужен. Все равно останется это. Thank you.